Қарачай Черкесияны мұсылмалары жиылып, Шымал Кавказны республикаларынан да муфтиле көп сейлі қонақлада келіп, мұсылмалланы съезді болды. Ол қалай өткенін үсінінен айтады Хал Кешланы Зумрат. Бирделана Исмаил Хаджи дуниядан кеткені біле байламлы, Қарачай Черкес республиканы мұсылмаларыны дин управлениясыны көзусіз 11-ші съезді өтті. Бери Шымал Кавказны бүтеу муфтилери, аны тышындан да Поволжиядан, Луганский областьтан, дағы да ислам димля байламлы, баш оқу билим берген заведениеланы тамадалары, Қарачай Черкес республиканы правительства сабла парламентыны кулукчулары, дағы да көп башқа сыйлы қонақла келген еділе. Бүтеу Кавказға атын мақтаула айттырған, Саулай дуния башына аты кен белгілі адам, Саулай жашауын кесіні сүйген ішіне атаған еді Исмаил Хаджи. Сөзі іші біле адамлаға үлгі болған еді. Бері келгелі да, аны жылы сөз біле әске түшірділі. Исмаил Хаджи кесіні ызыннан тыйыншылы төлі қойғанды. Бүгін бардырылған съезді сайланған Эркелланы Мухаммад Хаджи аны орнын тыйыншылы толтырығына ішек та жоқты деділі бері келген муфтилі. Аны бұла бірге бары да аңа ұшаммақлықларын білдіре, Қарачай Черкес республиканы муфтии орнына аны сайладыла. Россия Федерацияны президентіні дин байламлық жүріткен управлениясыны департаментіні тамадасыны заместителі Алмаз Файзулин Мухаммад Хаджини бүгінге дерді еткен ішіне ұлы баға беріп сөйлешті. Уважаемый Дагир Рамазанович, уважаемый Мурат Нухович, уважаемый Борис Пи Султанович, уважаемый Мухаммад Хаджи, муфтии, имамы, уважаемые представители Русской Православной Церкви, представители общественности, государственных, муниципальных органов. Ассаляму алейкум ва рахматуллаха ва баракату. Сегодня большое событие в жизни республики, в жизни духовного управления мусульман. Не случайно даже вот сегодня собрались вся республика, и все муфтии Северного Кавказа, Адыгеи Красноярского края, Калмыкии. Мухаммад Хаджи уже сказал, и нам на самом деле до сих пор не верится, что Исмаил Хаджи нет с нами. Светлая ему память. Но сегодня есть уверенность, что этот путь, его путь, путь просвещенного, умеренного, соответствующего опыта всех предыдущих поколений мусульман республики, этот путь будет продолжен. Мухаммад Хаджи, он еще молодой по возрасту, но уже имеет огромный опыт духовного служения, образовательной, педагогической деятельности. Его путь – это путь служения мусульманам, обществу, всему нашему государству. Спасибо, Мухаммад Хаджи, за ваш труд. Вам здоровья, уверенности, жизненной энергии в том, чтобы и дальше отстаивать интересы мусульман, интересы республики, интересы нашего государства. Эркеллан Мухаммад Хаджи сабилик күнінден бері мусульман дініне халал құлық етіп келеді. Аны мусульман дініне байламлы ұлы білімі барды. Ол ашқан медресені соқталары бүтеу Кавказға әмді тыш қыраллаға барып, құллуға тәділі, ішлерін мақтаула тындырадыла. Ол зат әнтті де бір кере шағатлық әтеді Мухаммад Хаджи ішіне толы жүрегі біле берілген адам болғанына. Ол дінге берілмекліген өсіп келген жаш адамлыға да сіңдіргенді. Шериятны жолы бұла түз атларға үретеді. Мухаммад терен білімлі, ару халилі, ұлы ішлеммеклігі адеби намысы болған адамды. Кімге да қабырғасын бере білгені себепли адамланы жүреклеріне жол тапқанды. Бері келген белгілі дин құлықчула, аны әрттеден танығалла, әрткен ұлыны әткен ішіне ұлы баға беріп сөйлештілі. Аны бұла бірге Мухаммад Хаджини анасына бұлай адамны өстіргеніне бүсіреу әттілі. Мухаммад Хаджи, алхамдулилла, хороший брат, хороший богослов, проявил себя в образовательной части, трудился образовательная часть – это самая такая часть, где надо понимать все, что нужно для людей, потому что только знаниями, правильными знаниями можно искоренить невежество. А все беды и смуты – это от невежества. Наш дорогой старший брат, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров,
передает вам свои слова приветствования и добрые пожелания. Дай Аллах, Мухаммад Хаджи, чтобы ты был полезен не только для Карачаево-Черкесской республики, для всех наших братьев, а в частности и для нашего общего государства России. Мухаммад Хаджи бу иш тынч болмаган аңлайды. Алайа аны ислам динге сүйметлиги аңа берилгени, бу жолну арю өтерге болушлук этергени да ышанады. Мен командага булай жыйылууларды кетсем, Исмаил Хаджини айтып өтчү. Аны сиясын курайын, аны жыйылуу конференциясына дейм анан башчы. Сурулуу биямда калай да айттым команда. Звонит, волкалай, волкалай, да, папа, давай, сорок. Мадинга звонит, сорвана территория, чем была, кертлай. Не волку съест, талию, дырну, сорок, сад, звонит, ты волай, чем волк, трава. Имам Лабарс, рада, ураз, лом, да, бильдрими. Бега, мам, куана, барс, да, бирден, тула. Лай, бирден, бир волк, лай, бир юрча, бирда, брай, уйти, бирда, брата, уйти, була, бы, муфти, келип. Съездли была турма учитывала алган региона, 9 муфти келді. 9 регионнан 3-4 келіп жерлен ма сүйгіле бізіне республиканы, бізіне адамларымызны, бізіне табиғатымызны, Исмаил Хаджини. Енді мені неметіп келіп алғыла деп айтмайым. Алай асаулай бар бізінде сүйін көріп келді Аллах сыйласын. Алайдыда Карачай-Черкес республиканы мусульманларыны 11-ші съезді арю өтті. Келген жамағат барда ұлы іш сынамы болған Мухаммад Хаджи, Исмаил Хаджини жолын мейік дәрежада бардыры деп ұшанадылы. Халкечлені Зумрат Мукафринат, жаңылықлы.